Ученые Америки впервые в истории обнаружили ген, который может помочь избавить человечество от рака. Исследователи из онкологического центра в Массачусетсе выявили и научились подавлять ген GSTT1, который приводит к появлению рака и распространению метастазов, являющихся причиной 90% смертей. В рамках исследования ученые смогли подавить этот ген у мышей с раком поджелудочной железы, а позже получили положительный результат на человеческих клетках. Результаты исследования открывают совершенно новые возможности для лечения метастатического рака, утверждают ученые. А тем временем представляем новости из Казахстана. Вроде бы живем в 21 веке. Сейчас в городе Актау такая вот ситуация, что жителям города Актау приходится набирать воду из водовозов, так как дома нет воды, понимаете? Көйлегін, трикосын бәрін жуып, үйде су жоқ еді, кірімізді жуып алып атырмыз. Это вообще какой-то трэш. Ни в одной стране такого нет. Такого нигде в мире нету. Нельзя добиться успеха целыми днями лежа на диване. Жұмыс жоқ, микрокредит пердал, екі сиыр сатып алды, өзің дастыра. Такого нигде в мире нету. Ни в одной стране такого нет.